Масштабная экспозиция стен выставочного зала Ивантеевской центральной библиотеки. Давно не встречались с такой плотной расстановкой художественных работ. Более 200 картин учеников, 75 участников. Не только из Ивантеевки, но и из Москвы, Красноармейска, Пушкина. Студия камерного рисования из Ивантеевки представила зрителям свою экспозицию «Симфония красок». Самым юным ученикам студии всего 3 года. В рамках класса «Маленький Шагал» они представили здесь свои первые живописные работы. Рядом с ними на стенах работы ребят постарше и взрослых учеников. Это третья крупная экспозиция студии. У художника, даже маленького, вот, у него должен быть зритель. Вот. А и маленьких, и больших это ценно. Но первое – это, конечно, показать свой уровень, показать свой взгляд. А так как у нас симфония красок, ребята специально готовились к этой выставке, подбирая яркие, сочные краски, чтобы как симфонии, как камерное рисование все это у нас зазвучало здесь. Это финал выставки. Организаторы назвали его просто «Финисаж». Устроили для всех ребят-участников выставки небольшой интерактив с вопросами на знание рабочих моментов студии камерного рисования. А потом вручили всем благодарственные письма и дипломы. А также пожелали своим воспитанникам и педагогам творческих успехов, уникальных идей, процветания и благополучия. В финале вечера с закрытием вернисажа ребят поздравили представители музыкального отделения Ивантеевской детской школы искусств. Юлия Постриганева, Никита Лукьянов, Анна Белова. Новости Большого округа.